Госавтоинспекция Личины с 17 по 23 июля проводит профилактическую акцию по недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта под названием «Мотоциклист. Соблюдай правила дорожного движения». В среду для оказания практической помощи отделу госавтоинспекции Лидского РОВД в составе мотопатруля прибыл сотрудник ДПС отдельного специального взвода «Дельта». При несении службы использовался гласный и негласный контроль за дорожным движением. Всего же было выявлено 19 нарушений ПДД всеми участниками дорожного движения. Из всего количества выявленных нарушений обращает на себя тот факт, что в 17 часов 30 минут в деревне Миной Тылицкого района на улице Школьной в поле зрения сотрудника ДПС ОСВ «Дельта» попал водитель мопеда, который двигался без мотошлема и без включенного света фар. Подачей звукового сигнала и включением маячков синего и красного цвета водитель мопеда был остановлен. В ходе разбирательства в отношении водителя было составлено 6 административных материалов. Из них за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, за то, что на мотоцикле отсутствовала страховка и допуск к участию в дорожном движении, а также при движении на мопеде водитель двигался без мотошлема и двигался не с включенным ближним светом фар. Уважаемые водители мототранспорта, госавтоинспекция рекомендует вам придерживаться следующих норм, которые обеспечат безопасность на дорогах. При управлении мотоциклом водитель и его пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах. Для привлечения внимания других участников дорожного движения необходимо двигаться с постоянно включенным ближним светом фар. Быть внимательным при проезде перекрестков, подъезжая к перекрестку, сбросить скорость. Постоянно нужно оценивать дорожную обстановку, быть внимательными, не превышать установленную скорость и избегать неосмотрительного, рискованного выезда на полосу встречного движения. И, конечно же, мотоцикл должен быть исправен, а вы, как водитель, обладать навыками его управления.